Hetman Photo Recovery – программа для восстановления удаленных фотографий от компании Hetman Software. Hetman Photo Recovery восстановит случайно удаленные изображения, восстановит фотографии, утерянные после форматирования или очистки карты памяти, жесткого, внешнего или USB-диска. Программа позволяет просмотреть все доступные для восстановления изображения. Для начала работы кликните на диск, с которого были удалены фотографии. Вы можете выбрать не только логический раздел, но и физический носитель информации для поиска изображений. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу. Нормальная сканирование позволяет восстановить данные, используя информацию из файловой таблицы диска. Программа восстановит название файлов, структуру каталогов, даты редактирования, создания. Во время глубокого анализа утилита восстанавливает файлы по их содержимому. Укажите способ анализа и нажмите «Далее». Программа позволяет отфильтровать результаты поиска файлов по размеру, дате и типу файлов. Это позволяет быстрее найти и восстановить необходимые файлы. Для начала анализа нажмите «Далее». Программа начнет сканирование и отобразит пользователю все найденные для восстановления файлы в виде маленьких картинок. Для просмотра изображения в полную величину кликните по нему мышкой. Для сохранения файлов выделите их галочкой и нажмите «Далее». Программа позволяет сохранить файлы на жесткий диск, записать на CD-DVD-носитель, создать виртуальный ICO-образ или выгрузить на удаленный сервер по FTP-протоколу. Не сохраняйте фотографии на тот диск, с которого они восстанавливаются. Это может привести к перезаписи информации. Скачайте программу Hetman Photo Recovery с сайта hetmanrecovery.com и восстановите ваши фотографии прямо сейчас.